Ну что, я вас приветствую. Распаковку аромата вы уже видели. У нас сегодня Электимус. У нас сегодня Персифона Пачули. Решила распаковку аромата сделать на природе, дабы соответствовать а, зеленой тенденции, которая соблюдена при создании этого аромата. Все, что связано с зеленью, с природой, с землей и все такое почулистое. Неважно. Давайте. Этот аромат, я считаю его восхитительно древесно-амбровым. Вот так вот. Потому что, сейчас разложу по полочкам, он открывается ароматом очень такой теплой, сладкой и очень сочной сливы, которая приправлена, кстати, кардамоном из Гватемалы. Но этот кардамон, он мною не воспринимается специевым, он воспринимается мною комфортным и очень элегантным. И вот благодаря вот эту вот симбиозу вкусов, да, кардамону и э, сливе, э, аромат вот в принципе славится своим таким бархатным звучанием. Сейчас я, На. Ах, это густой. Uh, это густой аромат, он uh, насыщенный, он фруктово насыщенный аромат. Uh, он для меня бархатный, он очень мягкий, очень теплый. Он, как, знаете, как такой теплый такой кашемировый свитерок осенью накинуть на плечи и сесть рядом с камином. Вот такое вот восприятие у меня этого аромата. Uh, мягкий, теплый, бархатный и uh, Здесь есть мед, но мед, понимаете, здесь такая медовая нота, она как золотая нить проходит по э, всему времени звучания этого аромата. Однако мед он неявный, он не липкий, он просто придает такой, знаете, богатый, э, богатый, роскошный и очень такой уютный э, сладкий оттенок этому аромату поэтому я говорю здесь мед не явный пусть вас мед не смущает в, в составе он здесь красиво он здесь оттеняет роскошь этого аромата в сердце в сердце мы имеем в сердце мы имеем вообще королевское трио египетский жасмин свежие чистые ароматные пачули и Девочки, невероятно шелковистая, нежно влажная, великолепная и шикарная роза. Я бы даже сказала, что здесь роза не красная, что здесь роза какого-то такого кремового, розоватого, белого оттенка. Вот такая нюдового, нюдового цвета роза. Великолепно просто. Аромат, кстати, обладает великолепным шлейфом. Он древесный шлейф, потому что он из хвойного кедра здесь составлен, из чего-то еще такого сосново-шишечного, потому что я очень люблю эту ноту, поэтому я очень сразу вычленяю состав базы и состав шлейфа. Я вам говорю, здесь белый кедр, ну, хвойный, да, хвойность, сосново-шишечность однозначно есть. Сливочный сандал здесь в базе, и в базе, конечно же, серая амбра, элегантная серая амбра, как давно, наверное, уже всем известно, она делает обладателя аромата более привлекательным в глазах противоположного пола и действует, в принципе, как афродизиак. Поэтому ищите ароматы, где есть серая амбра и будет вам счастье. Девочки, этот аромат персифона почули, это новинка конца 2022 года. И в принципе она стала жемчужной этой коллекции Консорт collection Этот аромат он идеален на холодное время года, на межсезонье, но только не на лето, не на горячую погоду. Это сокровище, оно не похоже ни на один аромат из моей коллекции, что в принципе является большим плюсом для девочек, которые будут участвовать в сегодняшнем распиве, потому что сегодня я его ставлю в распив. Девочки, аромат великолепнейший. А флаконы какие у них, просто, просто жесть, как, как они мне нравятся. Девочки тут флаконы весят по 400-450 по грамм. Сам флакон, понимаете? Это, это, это очень красиво. Это невероятная эстетическая красота была подчеркнута при создании вообще концепции бренда. Так.

1482 3 пипи -пи. так ну что аромат мы с вами разложили по полочкам флакончик мы с вами посмотрели как выглядит оригинальный как мне знакомый говорят лана если бы в кишиневе было бы движение против фейков ты бы его возглавила я не люблю нечистоплотных девочек которые привозят привозят фейковые ароматы, и обманывают других а, за счет а, а продажи как бы нишевой парфюмерии. Ненавижу просто, ненавижу. Это моя вот такая вот главная эмоция в, 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 в парфюмерии. Я не люблю фейк и не проявляю никаким образом уважения ни, ни к тем, кто а, продает фейки, ни к тем, кто покупает фейки. Поэтому, поэтому, девочки, рассматриваем флакон, оригинальный флакон, как должен выглядеть. Все железненькое, все железненькое, все запаянное, ничего нигде не открывается, не выступает ничего. Распылитель у нас не ступенчатый, он одинаковый, как внизу, так и вверху прямая трубочка пластмассовая. Так, и здесь полностью пластмассовая. Внутри в колпачке ничего, никаких буковок, никаких циферок, потому что когда есть буковки, циферки, я вам, естественно, это все показываю. Тут чисто. Но зато какая крышка, девочки, это просто бомба. Вообще ароматы у Электимуса. Не разочаровывают. Так, ладно, девочки, хорошего дня вам желаю. Счастья, здоровья, любви, благополучия, радости, здоровья вашим деткам и вашим родителям. Всего хорошего, мира, добра и великолепного настроения. Скоро осень!